Чаксур милитам йена тасмай шри гураве намаха. Нама ом вишну падая кришна пристая бутале шримати бхакти веданта свамините намане. Намасте сарасвати деве гауравани прачарине нирвишеша шуньявади пасчачати шатарине Ванчакаупатарупьяща, крипасинду паевача, патитанам паванебьо, вайшнавибьо, намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхар, Шри Васади Гор Бхактавинда. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're going through the Nectar of Devotion, and we're on chapter number 13, which is about describing five potent forms of devotional service. Нектар преданности, 13 главу, которая называется «Пять могущественных форм преданного служения». Go ahead. Сходным образом Шрила Рупа Госвами описывает трансцендентную природу наслаждения темами, связанными с Кришной. Один преданный как-то сказал: «Самое поразительное, что с тех пор, как я увидел Кришну, Личность Бога, омытого слезами, текущими из моих глаз, тело мое сотрясает дрожь. Он заставил меня забыть обо всех моих материальных обязанностях. Увидев его, я уже не могу молча сидеть у себя дома. Мной все время владеет желание выйти к нему». Смысл этих слов в том, что как только человеку выпадает удача встретиться с чистым преданным, в нем тотчас же должно разгореться желание услышать от него о Кришне, узнать от него как можно больше о Кришне, иначе говоря, обрести сознание Кришны. Okay. So Rupa Goswami is describing about hearing about Krishna. Итак, Рупа Госвами говорит нам о слушании о Кришне. So a quotation is given how a devotee described he describes about seeing Krishna. И здесь приводится цитата, в которой преданный рассказывает о том, как он увидел Кришну. And he says, the devotee is saying, when I saw Krishna, then there was shivering in my body, and I couldn't do my duties, my ordinary duties, which I was supposed to do. I couldn't do them. И он говорит: с тех пор, как я увидел Кришну, мое тело сотрясает дрожь, и я не могу выполнять свои обязанности, которые должен. And the devotee said, I'm not able to stay at home. I want to go to be with him always. И также преданный говорит: я не могу сидеть дома, я хочу пойти к нему, я хочу быть с ним рядом всегда. So how does this apply to us? We're not able to see Krishna. И как же это относится к нам? Мы не способны увидеть Кришну? Of course, we see the deity. We can see Krishna as a deity. Конечно же, мы можем созерцать Кришну в форме божества. But you know, it's not quite the same as seeing Krishna when he's actually manifest and performing his pastime. Но, однако, это не одно и то же, если бы мы увидели Кришну, как самого Кришну, как в его играх. But we may not meet Krishna personally, but we can get association with pure devotees. И, возможно, мы не можем видеть Кришну лично, но у нас есть общение с чистыми преданными.
So when we contact a pure devotee, we should be eager to hear about Krishna from him. И когда мы взаимодействуем с чистым преданным, мы должны иметь жгучее желание услышать о Кришне от него. We should want to take advantage of the association of a devotee. Мы должны хотеть получить благо от общения с преданным. And the way to take advantage of them is by hearing about Krishna. And sometimes you may have to inquire about Krishna from them. И способ сделать это спросить у них о Кришне, то есть слушать от них о Кришне и задавать вопросы. The pure devotees may be silent, they may not be speaking. Чистые преданные могут сохранять молчание, они могут не говорить ничего. Within their mind, within their heart, they're thinking of Krishna, but they're not speaking about Krishna. В своем уме и в своем сердце они могут думать о Кришне, но они не говорят о Кришне, они могут о Кришне не говорить. So we have to be able to understand their mood and somehow take advantage of their association to help our Krishna consciousness. То есть мы должны быть способны вынести какое-то благо для себя из общения с ними, чтобы это принесло нам продвижение в сознании Кришны. Sometimes they may speak and sometimes they may be silent. Иногда они могут говорить, а иногда могут сохранять молчание. They're not obliged. There's no obligation on their part that they have to do something. То есть у них нет каких-то обязательств, чтобы они обязаны были делать что-то. But simply by being in the association of pure devotees, we should feel Krishna, we should feel the benefit, we should feel closer to Krishna. Но просто общаясь с чистыми преданными, мы должны чувствовать это благо, мы должны чувствовать, что мы становимся ближе к Кришне. Go ahead. Есть также высказывания, касающиеся слушания и повторения Махамантры. Говорят, что мудрецы могли слышать звуки струн, вины под пальцами Нарады, постоянно поющего славу Господу Кришне. Теперь тот же самый звук вошел в мои уши, и я постоянно ощущаю присутствие Верховной Личности. Постепенно все привязанности к материальным наслаждениям покидают меня. So another statement about hearing and chanting. Приводится еще одна цитата о слушании и повторении. And this is in relation to Narada Muni, who's always traveling, and he carries a vina with him. И здесь рассказывается о Нараде Муни, который всегда путешествует и всегда носит с собой вину. And Narada Muni was given this vina by the personality of Godhead, and he plays it, and he's always singing the glories of Lord Krishna. И эту вину подарил Нараде, Верховная Личность Бога, подарил Нараде эту вину, и он всегда воспевает на ней славу Господа. So this statement from the scriptures is saying that sound vibration of Narada Muni playing the vina and chanting the holy name, if when it enters your ears, then you'll feel the presence of Krishna. И эта цитата из священных писаний говорит о том, что если вы услышите, как Нарада играет на вине и поет святые имена, то если этот звук входит в ваши уши, то вы постоянно ощущаете присутствие Верховной Личности. And because a person will feel the presence of Krishna, the natural result will be that we forget all about material enjoyment. И если человек постоянно слушает о Кришне, то результатом этого будет естественным результатом этого будет то, что он забудет обо всем материальном. Just like when you may be hungry and then you eat food, so you eat food and gradually you're eating and you forget about hunger. Например, если вы голодны, то вы начинаете что-то есть и постепенно, по мере того, как вы что-то съедаете, вы забываете о голоде.
You feel strength and you feel nourishment and satisfaction. Вы чувствуете силу, наполнение и удовлетворение. And you don't feel hunger anymore. You just forget about hunger. И вы больше не чувствуете голод, вы просто о нем забываете. So the same is true. We have desires for sense gratification. We want material pleasures. И то же самое происходит с нами. Мы чувствуем желание чувственных наслаждений, мы хотим материальных удовольствий. But as we become Krishna conscious, we just forget about these things. Но как только мы становимся сознающими Кришну, мы просто забываем обо всех этих вещах. We forget about all the things we thought were going to give us pleasure, we were going to be find material happiness, we were thinking we'll do this, we'll be happy, but we forget all about it as we become Krishna conscious. И как только мы становимся сознающими Кришну, мы забываем все наши предыдущие мысли о том, как бы стать счастливым, как обрести материальное счастье. Go ahead. И опять Шрила Рупа Госвами описывает Мадхура Мандалу. «Я помню Господа столь прекрасного в сине деревьев Кадамба на берегах Ямуми, где сонных птиц щебечут в садах. Когда эти картины всплывают в моей памяти, мне открывается трансцендентная природа красоты и блаженства». Мадхура Мандала и Вриндава могут пробудить чувства, описываемые Рупой Госвами даже в непреданных. Эти места, расположенные по берегам Ямуны на территории 84 квадратных миль округа Мадхуры, так прекрасны, что любой, кто попадает туда, уже никогда не захочет возвращаться обратно в материальный мир. Эти описания Мадхуры и Вриндаваны сделаны человеком, постигшим истинную природу этих мест. Все их качества доказывают, что Мадхура и Вриндаван трансцендентны. А иначе как бы они могли вызвать в нас трансцендентные эмоции? Трансцендентные ощущения возникают в любом человеке без исключения, стоит ему оказаться в Мадхуре или Вриндаване. So Rupa Goswami is describing about the holy place, Mathura Mandala. Итак, Рупа Госвами описывает святое место Мадхура Мандалу. Right. Mathura is the capital city, and there's also the district. So Mathura Mandala is the whole district of Mathura. И есть столица, которая называется Мадхура, а есть округ Мадхура. И Мадхура Мандала — это округ Мадхура. Which includes Vrindavan and the Yamuna River. И в него входят Вриндаван и река Ямуна. Yamuna River flows through Mathura. А воды реки Ямуны проходят через Мадхуру. So, the scriptures describe how Lord Krishna is standing on the banks of the Yamuna, and he's very, very beautiful. И священные писания описывают, как Господь Кришна стоит на берегах Ямуны, и он очень прекрасен. And the whole atmosphere of the place of being in Mathura and Vrindavan and beside the Yamuna River is so attractive that it captivates the minds of anybody who goes there. И вся атмосфера Вриндавана и берегов Ямуны настолько прекрасна, что она ловит наш ум. And in Vrindavan, they have these very wonderful trees, Kadamba trees, and Lord Krishna likes to perform his pastimes under the Kadamba tree. И во Вриндаване есть замечательные деревья Кадамба, и Господь Кришна любит устраивать под ними свои игры. And they have special flowers also growing, Kadamba flowers, which you can offer to Krishna. И также есть особые цветы Кадамба, которые можно предлагать Кришне. And there are many, many birds and parrots all chirping around, flying around in this place. И в этом месте очень-очень много птиц и попугаев, которые повсюду летают в этом месте. It said Lord Krishna and Srimati Radharani, they each have their own parrots, and they will send parrots to each other carrying messages.
И у Господа Кришны, у Шримати Радхарани есть свои собственные попугаи, и они отправляют этих попугаев друг к другу, чтобы они передали сообщение. Yeah, you know, today, you know, we are all dependent. We use technology. We have things like phones and whatnot to communicate with each other. But in Vrindavan, Lord Krishna would communicate with the gopis by parrots. И сейчас мы все очень зависим от технологий, чтобы что-то передать друг другу. Нам нужны телефоны. Но во Вриндаване Кришна общался с гопи с помощью попугаев. So the devotee describes remembering Krishna in Vrindavan and his beauty and the beauty of the place. Then he feels so much pleasure and peace in his mind. И созерцание Кришны в Вриндаване в этом замечательном месте создает умиротворение в уме. And it said, even you may not be a devotee, but even people who are not devotees, when they go there, they become influenced by the place, which is so pure and so sanctified and so beautiful that even non-devotees appreciate it. И говорится, что даже непреданные, если они попадают в эти прекрасные места, то даже они очень ценят это место. So there are 12 forests and 84 square miles in the district of Mathura. Есть 12 лесов на 84 квадратных милях округа Матхуры. And it said, and when you go there, you never want to go back to the material world. И говорится, что если вы попадете туда, то вы никогда не захотите вернуться обратно в материальный мир. Just like we were hearing one devotee, you know, the devotee Pankajangari Prabhu, who just departed last week from here in Mayapur. He left his body. He served here in Mayapur for nearly 50 years. So he describes how he became a devotee. И Панкаджангари Прабху, который недавно, на прошлой неделе оставил здесь Майяпуре тело, он 50 лет служил, занимался служением в Майяпуре, и он рассказывал, как он стал преданным. So before he became a devotee, he and his brother Jananivas, their twin brothers, they had come here to India, and they had gone to the holy places. И он, когда он был молод, со своим братом Джананивасой отправились в Индию, в святые места. Они хотели посетить святые места. So Pankajangari went back to England after some time, but he said after going back, after being in India, after being in the holy places, he could never adjust to life in the West anymore. It was just had no interest to him. И побывав в Индии, он должен был вернуться через какое-то время обратно в Англию, но побывав в Индии, он понял, что западная жизнь его больше не привлекает. So he began to associate with the devotees in London, and then he got a little relief from the Western world and the atmosphere there in the material world. But he understood he needed to get back to India. И он начал общаться с преданными и получил некоторое облегчение в их обществе, но тем не менее он понимал, что ему нужно вернуться в Индию. And he didn't just go to India, but he went to the holy place. He came to Mayapur, which is not different from Vrindavan. И он отправился в Индию, в святое место в Майяпур, которое не отличено от Вриндавана. So the point is, Vrindavan, Mathura are not ordinary places, they're transcendental places. И смысл в том, что Вриндаван и Мадхура — это не обычные места, это трансцендентные места. Like we say, in Vrindavan, every tree is a Kalpavriksha tree, and every cow is a Kamadhenu cow.
И мы говорим, что во Вриндаване каждое дерево является деревом Калпавриксы, каждая корова является коровой Камадхьямы. And even the dust of the holy place, Vrindavan, is every speck of dust is Chintamani. И даже каждая крупинка пыли во Вриндаване является Чинтамани. But the people of Vrindavan are so pure that although the trees are Kalpavriksha tree, they never want anything except flowers and fruits to offer to Krishna. They could get anything they wanted from these trees, but they only want flowers and fruits to offer to Krishna. И несмотря на то, что у жителей Вриндавана есть возможность получить все желаемое от этих деревьев Калпавриксы, тем не менее они пользуются ими только для того, чтобы срывать цветы и фрукты и предлагать их Кришне. So these kind of feelings, the special feeling which you get when you come into Vrindavan helps us to understand that this place is not any ordinary, not any place in the material world. И когда вы приезжаете во Вриндаван, вас охватывает удивительное особое чувство, которое помогает вам понять, что это необычное какое-то место. Оно необычное место в мире. These holy places, like Vrindavan, are like the embassy of the spiritual world. И такие святые места, как Вриндаван, являются посольствами духовного мира. Just like if you go to Russian embassy, you may be in India, and you go to Russian embassy. So it's just like being in Russia, because, you know, it's not like India anymore. People are not Indian. People are all Russian, and they're all speaking Russian. And it's just like being in Russia. It's not India. It's totally different atmosphere from India. Although it's a Russian embassy in India, it's like Russia and it's a part of Russia. Например, если вы находитесь в Индии и попадаете на территорию русского посольства, то вы оказываетесь словно в России, это часть России, поскольку там в этом посольстве все русские, все говорят на русском, и вы попадаете в эту атмосферу России. И хотя это посольство находится в Индии, но попадая на его территорию, вы оказываетесь словно в России, это часть России. So the same is true about Vrindavan, that it's not of this world. It's actually come from the spiritual world. And when this whole world, material world, is annihilated, the holy dham goes back to the holy dham. It goes to Goloka Vrindavan. И то же самое, когда то же самое мы можем применить к Вриндавану, то есть это посольство духовного мира здесь, в материальном духовного мира здесь, в материальном мире. We may wonder. Would you repeat the last one sentence? Дорогие преданные, выключите, пожалуйста, микрофон. Спасибо большое. The holy dham goes back to Goloka Vrindavan. It's actually just an expansion of Goloka Vrindavan. И святая дхама возвращается обратно на Голока Вриндаван. На самом деле это просто экспансия Голока Вриндавана. So everything in the material world is annihilated, but the holy dham is not annihilated. И на самом деле все annihilate. Destroyed. И на самом деле все в материальном мире разрушается, но в духовном мире ничего не разрушается. Okay, go ahead. Иногда может показаться, что в утверждениях, касающихся преданного служения, эффект его воздействия на человека преувеличен. Но на самом деле в них нет никакого преувеличения. В богооткровенных писаниях имеются свидетельства того, что некоторые преданные немедленно ощущали на себе эффект деятельности в преданном служении. Однако на это способен далеко не каждый. Например, кумары превратились в преданных, стоило им вдохнуть аромат благовоний в храме. Бивамангала Такур просто услышала Кришне, и этого было достаточно, чтобы он тут же бросил свою любовницу и отправился в Матхуру и Вриндаван, где стал идеальным вайшнавом. Таким образом,
все эти утверждения не являются ни преувеличением, ни выдумкой. Они отражают истину, но справедливы только для определенных преданных и вовсе не обязательно приложимы ко всем. Но даже если считать их преувеличением, нужно все равно принимать их такими, как они есть, чтобы отвлечь свое внимание от мимолетной материальной красоты и сосредоточить его на вечной красоте сознания Кришны. Для человека же, который уже так или иначе связан с сознанием Кришны, описываемые эффекты вполне реальны. Okay. So, we are hearing from these scriptures how just by doing a little devotional service, we can get very powerful results. Из священных писаний мы узнаем, даже если мы совершаем какое-то незначительное преданное служение, мы можем получить очень могущественные результаты. Just like when we circumambulate Srimati Tulsi Maharani, we chant Yani kani chapapani brahmahatyadikani cha tani tani pradashanti pradakshina pade pade. That simply by circumambulating Tulsi, one can be freed from sinful reactions, even the killing of a brahmana. И обходя Туласи Деви, мы поем эту мантру, которая означает, что просто обойдя вокруг Туласи, мы избавляемся от греха, даже от греха убийства брахмана. So killing a brahmana, of course, is very sinful, and you get severe karmic reactions for that. But circumambulating Tulsi can nullify it. И, конечно же, убийство брахмана – это очень серьезный и очень большой грех, но просто обойдя вокруг Туласи, этот грех может быть, от этого греха можно избавиться. And it's also said, one's chanting of the holy name can destroy unlimited amounts of sinful activities. И говорится также, что тот, кто повторяет святое имя, может разрушить бесчисленное количество совершенных грехов, плодов совершенных грехов. So we may think, how is it possible? Just one time chanting the holy name, or just one time going around Tulsi, it can do so many things. И мы можем подумать, как такое может быть, просто всего лишь один раз повторить святое имя и всего лишь один раз обойти вокруг Туласи, и все это может разрушить такое множество вещей. So, Srila Prabhupada is explaining that these results are possible, but it's not in every case will be possible. Srila Prabhupada пишет, что да, такие эффекты возможны, но они возможны не в каждом случае. And Prabhupada gives some examples about people who became immediately affected by devotional service. Ещё Прабхупада приводит примеры людей, которые испытали на себе незамедлительный эффект преданного служения. So he gives an example about the four Kumaras, the first sons of Lord Brahma, the four Kumaras, that they didn't want to marry, they wanted to remain as young children. И он приводит пример четырех кумаров, первых сыновей Брамы, которые не хотели вступать в брак, хотели всегда оставаться детьми. So they were traveling and they went to the spiritual world. They entered into the spiritual world, into Vaikuntha. И так они путешествовали, и в своем путешествии добрались до духовного мира и оказались на Вайкунтхе. And it was there, at the doors of Vaikuntha, where they became devotees. И там, у ворот Вайкунтхи, они стали преданными. So here it says simply by smelling the incense in the temple they became devotees. Yeah, the four Kumaras became devotees. Prabhupada says simply by smelling the incense in the temple. И Прабхупада говорит, что четверо кумаров стали преданы просто благодаря тому, что они вдохнули запах благовоний в храме. In Srimad Bhagavatam, it's a little different. It says that they smelt the aroma of the Tulsi
from the lotus feet of the Supreme Lord. В Шримад Бхагаватам это описывается несколько иначе. Там говорится, что они вдохнули аромат листьев туласи с лотосных стоп Господа. Anyway, the point is that initially they were Brahmagyanis. They were attracted to the impersonal Brahman. They were not devotees. В любом случае, смысл в том, что первоначально они были Брахмагьяни, и их интересовал Брахман, они не были преданными. They'd heard about devotion. They'd heard about devotion from Lord Brahma. Their father had told them about devotional service, but they were more inclined to impersonalism, and they took the path of the Brahmagyani, who simply want to enter the impersonal Brahman and become one. И, конечно же, они слышали о преданном служении от своего отца. Он рассказывал им об этом, но они предпочли путь Брахмагьяни, путь слияния с Брахманом. But when they smelt this, either the incense or the aroma of the tosis from the lotus feet of the Lord, then they immediately thought to become devotees. Но стоило им вдохнуть этих аромат благовоний либо аромат листьев туласи, как они тут же стали преданными. So they got the result of just smelling the flowers or the incense. Immediately they became devotees. Immediately it took place. То есть это с ними произошло тут же, они тут же стали преданными, вдохнув этот аромат. And then Prabhupada gives the example about Bilva Mangal Thakur. И также Шрила Прабхупада приводит пример Билва Мангала Такура. Билва Мангала Такур, he was, as a young man, he was having association with this young woman, a very beautiful woman. And Билва Мангала used to write songs, and he used to write poems and so on. And this woman would sing his songs. And so that he was often with this woman, she was like his girlfriend. И Биламангала Такур был молодым человеком. Он постоянно общался с молодой девушкой, он писал песни и стихи, а она их пела. И таким образом он всегда с ней общался, она ему была как девушка, как подруга. So it happened that one day Bilva Mangal's father died. And he had to attend the funeral of his father and cremate his father's body. And then immediately after doing that, he wanted to go to see his girlfriend. И однажды его отец умер, и он провел все необходимые обряды. И как только он его кремировал, он тут же захотел пойти встретиться со своей девушкой. But it was a terrible day. It was raining heavily, and thunder and lightning. It was a big storm. There were no boats to cross the river. Но это был ужасный день, поскольку шел сильный дождь, был сильный ветер, сверкали молнии, была ужасная гроза и шторм, и не было лодок, чтобы пересечь реку. So somehow he saw there was something floating on the water, and he grabbed hold of it and used it to cross the river. And what he found out later, what he grabbed hold of was actually a corpse. It was a dead body floating in the Ganga. And he used it to cross the Ganga to get over to the other side, to where his girlfriend lived. Так как не было лодок, он увидел что-то, какой-то предмет, плывущий по реке, он схватился за него и с его помощью переправился через реку, но после этого он уже обнаружил, что этим предметом был труп, и он на трупе фактически переплыл реку на другой берег, где жила его девушка. But then when he came to her house, he couldn't get in. There was a wall around their house and the gate was locked and he couldn't get in. Но когда он подошел к дому, двери были заперты, а вокруг дома была высокая стена. So he held on to what he thought was a vine. He thought it was a vine, a creeper which was growing on the wall. But actually it was a snake,
And he held on to the snake and he used it to pull himself up over the wall. И он никак не мог перебраться через стену, но в конце концов он нашел какую-то лиану, которая спускалась по стене, и он уцепился за нее и взобрался, перебрался через стену, но в итоге оказалось, что это была змея, и он по змее забрался вверх. So he got over the wall, and then he got to the door, and he banging on the door, calling for his girlfriend to come. И он таким образом перебрался через стену, подбежал к двери и колотил в дверь, звал девушку, чтобы она вышла. And so she came and opened the door, and when she saw him there, then she said to him that, oh, you've come to see me on this kind of time, in this weather, it's so strong, you're so eager to be with me, if only you had the same eagerness to be with Krishna. И девушка, открыв дверь, очень удивилась: «О, ты здесь, в такое время, в такую погоду, значит, ты так жаждешь увидеть меня, а вот если бы у тебя было такое же желание увидеть Кришну?» She was a, you know, this woman was more like a society lady, you know, you, just like you go to clubs or bars and they have women there who are just waiting for men to come in and they'll sit with them and give them company and they'll get the men to drink more. And so she was that kind of society woman. And she was singing all the songs which Bilva Mangal would write. И она была такой девушкой, которая общество, ну, скажем, отвергала, да, то есть, знаете, таких женщин, которые сидят в клубах, да, и туда приходят мужчины, и они начинают с ними общаться, а женщины начинают подливать им каких-то алкогольных напитков и постоянно проводит так время. И эта девушка, она пела песни, которые сочинял Билла Мангал такой. But she was so surprised. She was so surprised that Bilva Mangal had come there to see her on this weather that she said to him, if only you had the same eagerness to be with Krishna. Но она была настолько удивлена, что Бхагава Мангала Такур пришел к ней в такую погоду, что она сказала, вот если бы у тебя было такое же желание увидеть Кришну. And when she said this, it entered right into Bhilva Mangal's heart. And he thought, Krishna. He thought, Krishna, yes, Krishna. And immediately he heard the name of Krishna and he thought, I should go to be with Krishna. И как только она произнесла это, ее слова вошли, тут же вошли в сердце Бхилы Мангала Такура, и он стал повторять: «Кришна, Кришна, я должен быть рядом с Кришной». So he turned around and he decided to go immediately to Vrindavan and find Krishna. И он тут же развернулся и решил отправиться во Вриндаван, чтобы увидеть Кришну. And he went to Vrindavan and he lived there in Vrindavan for many years. He became a very great devotee and he wrote wonderful books and poems about Lord Krishna. И он прибыл во Вриндаван и жил там многие годы и написал очень много различных стихов и книг о Кришне. So the point is, you know, that in some cases it's true that people just hear about Krishna one time and they immediately become affected. But it's not true in every case. И смысл в том, что в каких-то случаях это действительно так, как только люди слышат о Кришне, они тут же становятся преданными, но это случается не со всеми. And it's important for us to hear about these instances, to hear about these people, how they became affected. So briefly, although just hearing one time immediately affected them, it's important for us to hear because it will help us to forget about the material world. И нам очень хорошо слушать таких преданных о том, как они тут же ощутили на себе эффект преданного служения, но это какое влияние это оказывает на нас? Это снижает влияние материального мира на нас. And it will help us to
develop more attraction for becoming Krishna conscious. И это развивает нас больше привязанности сознания Кришны. Go ahead. Некоторые ученые утверждают, что одного следования принципам системы Варнашрамы достаточно, чтобы постепенно достичь всех результатов практики преданного служения. Однако великие авторитеты не признают этого. Господь Чайтанья в своих беседах с Рамананда Раем также осудил представление о постепенном развитии преданного служения. Он отверг мысль о важности Варнашрама Дхармы, выдвинутую Рамананда Раем, сказав, что прогресс в системе Вар и Ашрама в поверхности. Существует высший принцип. В Бхагавад-гите Господь тоже говорит, что человек должен отбросить все прочие способы самосовершенствования и просто принять метод сознания Кришны. Это даст ему возможность достичь высшего совершенства в жизни. Okay, so now some people are saying that one can get perfection simply by following varna and ashram. И здесь говорится о том, что некоторые утверждают, что можно достичь совершенства просто следуя системе варнашрам. And they say you can get the same results as you would get from devotional service that simply follow varnashram. И они говорят, что просто следуя варнашрами вы можете получить те же самые результаты, как и от преданного служения. Varnashrams. There are four ashrams: brahmachari, grihastha, vanaprastha, sannyas, and there are four varnas: brahman, kshatriya, vaishya, sudra. Varna ashrama. Существует четыре варны. Brahman, kshatriya, vaishya и sudra, и четыре ашрама. Саньяси, грихаска, так, стоп, брамачарис, грихаска, ванапрастха и саньяси. And so, there's a statement in the scriptures that by following Varnashram, you please the Supreme Lord and you gain perfection in life. В священных писаниях утверждается, что следуя варнашами, вы удовлетворяете Верховного Господа и достигаете совершенства жизни. So of course, it's described in Chaitanya Charitamrita how Lord Chaitanya met with Ramananda Rai. They met on the banks of the river Godavari in South India. И в Чайтанья Чаритамрите описывается, как Господь Чайтанья встретился с Рамананда Раем на берегах Годавари в Южной Индии. Рамананда Рай was the governor of that place, and Lord Chaitanya was a sannyasi, and he was traveling to visit different holy places, and he'd come there on his way, and it was arranged that the two would meet. И Рамананда Рай был правителем тех мест, а Господь Чайтанья путешествовал по святым местам и добрался как раз до того места, и была организована их встреча. So Рамананда Рай was a very great scholar. He was a very, very learned, intelligent person, and he knew many, many slokas from all scriptures. И Рамананда Рай был очень ученым человеком, очень умным и очень образованным, и он знал очень много шлок из священных писаний. And so when Lord Chaitanya met with Ramananda Rai, although Ramananda Rai was a sudra actually by birth, and Lord Chaitanya was a brahmana and he was a sannyasi, Lord Chaitanya asked questions to Ramananda Rai, and Ramananda Rai answered. И когда они встретились, Рамананда Рой на самом деле был шудрой по рождению, а Господь Чайтанья был саньяси, и он был браманом, но тем не менее он задавал вопросы Рамананда Рой, а тот отвечал. And so Lord Chaitanya, the first question he asked Рамананда Рой was, tell me some verse from the scriptures which describe the goal of life. И он первым задал такой вопрос. Рамананда Рай, пожалуйста, приведи мне стихи священных писаний, которые описывают цель жизни. So Рамананда Рай immediately quoted
This verse from the scriptures, which says simply by following Varnashram, one pleases the Supreme Lord and can get perfection in life. И Рамананда Рой тут же привел этот стих из священных писаний, который говорит о том, что человек, который следует Варнашраме, удовлетворяет Верховного Господа и достигает совершенства жизни. So Lord Chaitanya said, well, Varnashram, that is external. That is, people may be following Varnashram, but internally, they may not be very much inclined to worship the Lord. И Господь Читания сказал, что Варнашрама – это нечто внешнее. Люди внешне могут следовать этой системе Варнашрамы, но внутри они могут не поклоняться Верховному Господу. So, Lord Chaitanya, he followed Varnashram. He did not neglect Varnashram. He was a strict follower of Varnashram. И Господь Читания не игнорировал Варнашрама, он был ее строгим последователем. As a sannyasi, he was very strict, he was very renounced. И как саньяси он был очень серьезен, очень строг, очень отречен. And in his grihastha life, he was also very strict grihastha. А когда он был грихаской, он очень строго все соблюдал все принципы грихаски. So Lord Chaitanya was not against Varnashram, but he didn't consider it to be the goal of life. Таким образом, Господь Читани не был против Варнашрамы, но он не считал ее целью жизни. Lord Chaitanya came to teach devotional service. Господь Читания пришел, чтобы научить преданному служению. So he wasn't interested to just only establish Varnashram or to teach people about Varnashram. Although Varnashram is important, it's not the goal of life. И он не был заинтересован только в том, чтобы установить систему Варнашрамы, и несмотря на то, что она действительно важна, она не является целью жизни. So, Lord Chaitanya told Ramananda Roy, give some other verse. И поэтому Господь Читания попросил Рамананда Роя процитировать какой-нибудь другой стих. So, Ramananda Roy gave a verse from the Bhagavad Gita, that one should offer the results of one's work to Krishna. И тогда Рамананда Рай привел стих из Бхагавад-гиты, в котором говорится, что человек должен посвящать результаты своего труда Кришне. In Bhagavad-gita it said, Yad karoshi, yad jashnasi, yad jahosi, dadasi, yad tapasyastu kontiya, tad kurushva madarpanam. All that you do, all that you eat, all that you offer and give away, as well as all austerities you may perform, should be done as an offering unto me. И этот стих гласит, что все, что ты делаешь, все, что ты ешь, делай это, как под чем бы ты ни занимался, что бы ты ни ел, и какие бы ни приносил дары, какие бы пожертвования, аскезы ни совершал, делай это как подношение мне. So Lord Chaitanya said, well, that's all right, but go further. You can do better than that. There's something higher. И Господь Читания сказал, да, это, конечно, хорошо, но есть кое-что гораздо более лучше. So Ramananda Rai then gave a verse from the Bhagavad Gita again, which says, Sarva dharmam parigeshnam amikam sharanam braja, that give up all religious activities and simply surrender unto me. I will free you from all sinful reactions. Do not fear. И вот этот стих Сарва Дарма Паритяджа, отринь все, оставь все религии, просто предайся мне, я избавлю тебя от последствий всех твоих грехов, не бойся ничего. But Lord Chaitanya said, go further. Но Господь Читания говорит, иди дальше. Because people may surrender, but they may not be surrendering simply for the pleasure of Krishna. They may have their own interests at heart. Поскольку люди могут предаваться, но они могут предаваться не ради удовольствия Кришне, а ради каких-то своих мотивов, которые они имеют в своем сердце. So then Ramananda Rai gave another verse from Bhagavad Gita, which says,
Brahma Bhuta Prasanatmana Sochati Nakanchati Samasarveshu Bhuteshu Mad Bhaktim Labhate Param, which describes this verse from Bhagavad Gita, is actually describing bhakti mixed with the desire for liberation. И этот стих говорит о том, что бхакти, оно, it's a mix. Yes, it's a mixture. It's called Jnana Mishra Bhakti. It's devotion mixed with the path of speculative knowledge. Это Jnana Mishra Bhakti, когда преданность приходит со спекулятивным знанием. Right, one who is transcendentally situated, who understands he's not the body, that he's Brahman, he's a joyful soul. Когда человек понимает, что он не тело, что он душа. He doesn't hanker or lament for anything. Он не скорбит ни о чем. He sees everybody, all living entities equally. Он видит все живые существа равными. And in this way he comes to perfection. И именно поэтому он приходит к совершенству. But Lord Chaitanya said, well, go further. You can do better because this is impersonalism. This is not pure devotion. Но Господь Чайтанья сказал, иди дальше. Ты можешь привести какую-то более лучшую цитату, поскольку это имперсонализм. So then Ramananda Rai gave a verse from Srimad Bhagavatam, from the 10th canto, Srimad Bhagavatam. И дальше Рамананда Рой привел цитату из 10-й песни Шримад Бхагаватам. It's a verse spoken by Lord Brahma to Lord Krishna. Brahma is offering prayers to Krishna. Которую произнес Господь Брахма, обращаясь к Господу Кришне, вознося свои молитвы ему. Гьяне праясам удапаща наманта ева дживантисам мукаритам бавадия бартам станеститам срутигатам танван манобир е праясо джитаджитопи аситай стрилокьям. Lord Brahma is saying that one should simply remain in whatever position one is in. Don't change your situation, don't change your ashram or your varna. Just stay in whatever position you are in and hear about Krishna. И Господь Брахма говорил, не меняй, ничего не меняй в своей жизни, не меняй того положения, в котором ты находишься, просто слушай о Кришне в той ситуации, где ты есть. And hear in the association of pure devotees. И слушай, вообще общаясь с чистыми преданными. And in this way, you will lose, you will forget all material desires and you will become fully Krishna conscious. И тогда ты забудешь обо всех своих материальных желаниях и станешь полностью сознающим Кришну. You just have to follow the regulative principles and hear about Krishna from pure devotees. Ты просто должен следовать регулирующим принципам, слушать о Кришне от чистых преданных. Okay, so that is what when Lord Chaitanya heard this verse, he said, yes. He said, this is what we want. This is devotional. This is pure devotion. И когда Господь Чайтанья услышал этот стих, он сказал, да, вот это и есть чистая преданность. So he said, now let us discuss this verse. И он сказал, а теперь давай обсудим этот стих. So they went, Ramananda Rai then went on to describe how devotional service can be on different levels. There's sadhana bhakti, and bhava bhakti, and prema bhakti. И они продолжили свой разговор, обсуждая различные уровни преданного служения, что и sadhana bhakti, bhava bhakti, и prema bhakti. And there's Vaidhi Sadhana Bhakti and Raganuga Bhakti, spontaneous devotion. Что есть Vaidhi Sadhana Bhakti и Raganuga Sadhana Bhakti, спонтанная преданность. And Ramananda Rai then went on to describe different relationships which devotees have with Krishna. That someone may be in the state of neutrality, and someone is a servant, and someone is a
friend, and someone is a parent, and someone is a lover. И дальше Рамананда описывал отношения, которые преданный может иметь с Кришной. Кто-то может быть с ним в нейтральных отношениях, кто-то быть ему как слуга, кто-то как друг, кто-то как родитель, а кто-то быть с ним в любовных отношениях. And then they talk, Ramananda Rai talked about the different lovers of Krishna and how the gopis are the best of all the devotees of Krishna. И потом Рамананда Рай рассказывал о различных уровнях тех, кто любит Кришну, о различных гопи. And then he went on to describe how of all the gopis, there's one particular gopi who's the best of all the gopis. И дальше он говорил о том, что среди всех гопи есть одна особая гопи, которая стоит выше всех. And Рамананда Рай went on to describe all the wonderful qualities which this best of the gopis has. И дальше он описывал все замечательные качества, которыми обладает лучший из гопи. And in this way, Ramananda Rai gave Lord Chaitanya great pleasure. И тем самым Рамананда Рай доставил Господу Чайтанье великое удовольствие. And Lord Chaitanya asked Ramananda Rai, he said, I want you to come back to Jagannath Puri and stay with me in Jagannath Puri, and every day we will discuss topics of Krishna together. И Господь Чайтанья сказал тогда Рамананда Раю, я хочу, чтобы ты отправился со мной в Джаганнат Пури и оставался там, и мы могли бы каждый день с тобой обсуждать темы, связанные с Кришной. So, this is what happened. Ramananda Rai retired, although he was the governor in South India, had a big position. He gave up his government job, he retired, and he just associated with Lord Chaitanya every day. And he talked about Krishna's pastimes. И так и произошло, когда Рамананда Рай оставил свой пост, который он занимал в Южной Индии. Он с Господом Чайтаньей проводил много времени, они обсуждали темы, связанные с Кришной. So Ramananda Rai actually, he is the gopi Vishakha in Krishna Lila. And he came in Lord Chaitanya's pastimes as Ramananda Rai. И на самом деле Рамананда Рай в играх Господа Кришны является Вишакхой, и он пришел как Рамананда Рай. And so he is one of the most intimate associates of Lord Chaitanya. И он был одним из очень близких людей, с которыми общался Господь Чайтанья. All right, we will stop here now. Сегодня мы здесь остановимся. Any questions? Есть ли какие-либо вопросы? Матаджи Юна, пожалуйста, ваш вопрос. Харе Кришна, слышно, да, меня? Да, отлично, да. Спасибо. Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите мои смиренные поклоны со слава Шрили Прабхупаде. Когда мы разделяем преданных и непреданных материалистов, как нам при этом избежать влияния двойственности и майи? Спасибо. Харе Кришна, Гуру Махарадж, please accept my humble obeisances, all glories to Shri Prabhupada. When we separate separate devotees and materialistic non-devotees, how can we avoid the influence of duality and Maya? The influence of non-devotees. How to avoid the influence of non-devotees and Maya? Матаджи, вот поясните вот это, то есть как избежать влияния двойственности, ну, влияния непреданных или... Нет, как при разделении, то есть на непреданных и преданных материалистов избежать двойственности и не впасть при этом в майю? When we separate devotees, we just think that there is devotees and non-devotees. Devotees, materialistic non-devotees. And in this case, how we can avoid the influence of duality and not to just to fall in Maya?
devotees and non-devotees. Yeah, when we separate them. What, together? When we separate them. Separate them. This is devotees and this is non-devotees. How we can avoid duality in that case? Well, we see everyone as a spirit soul. Мы каждого видим как духовную душу. So we have to know how to relate to people according to their position. То есть мы должны понимать, как относиться к людям в соответствии с их положением. We see somebody is a devotee. Somehow or other, they've been fortunate, they got the mercy of Krishna or the mercy of a devotee, and they've come into contact with Krishna consciousness. И если мы видим, что кто-то является преданным, мы понимаем, что он получил милость Кришны или милость преданного, или так или иначе, он оказался в сознании Кришны. And someone else is not a devotee. They somehow they never took the mercy of a devotee. They never had an interest in Krishna consciousness. А кто-то еще преданным не является, то есть у него нету милости Кришны, он не принимает сознание Кришны. But we know Krishna is in their heart, and we know that actually they should become Krishna conscious. Но мы знаем, что Кришна находится в его сердце, и мы знаем, что на самом деле он должен стать преданным, он должен стать сознающим Кришну. So we have to think how to show them the right example. Просто мы должны думать, как же подать им правильный пример. In Bhagavad Gita, Lord Krishna says we should not disturb the minds of ordinary people who are not interested in Krishna consciousness, but we should show them the right example. В Бхагавад Гите Кришна говорит, что мы не должны беспокоить умы тех людей, которые не являются преданными Кришны, но мы должны показывать им пример. The non-devotee is very attached to the results of their work and to enjoying the fruit of their labor. И непреданные очень привязаны к результатам своего труда и к тому, чтобы наслаждаться этими результатами. So a devotee wants to show the example of detached work and detachment from the fruit of the labor. И преданный должен показать пример работы в непривязанности, непривязанности к результатам своего труда. So that we try to teach, we try to show the example to everyone. We don't see duality. It's not like we see duality. We're not thinking, oh, he's not a devotee, and just keep away from him. But rather we think how to give mercy to them. И мы не видим дуальности, мы не разделяем, мы просто думаем о том, как дать этому человеку милость. Mm-hmm. So it's difficult sometimes. It's difficult to know what to do in each situation, but somehow we have to pray to Krishna to help us, to guide us. What is the right way to help these people to come to Krishna consciousness? Иногда это сделать очень трудно, и поэтому мы должны молиться Кришне, чтобы Он помог нам, чтобы Он вел нас, чтобы мы смогли помочь этим людям прийти в сознание Кришны. But it's not, that is not duality. Duality, of course, is there. You could say heat and cold, happiness and distress, but a devotee will not be affected by the dualities. He will remain equipoised, equal to everyone. Да, дуальность в каком-то смысле существует, да, мы можем сказать, что жара и холод, счастье и несчастье, но преданный ко всем относится одинаково, всех видит равными. Equal to everyone doesn't mean that we'll deal the same way with everyone. Равно относиться ко всем, это не значит, что вести себя со всеми одинаково. Just like a tiger is also a spirit soul, but it doesn't mean we're going to go up and embrace the tiger. Например, тигр — это тоже духовная душа, но это не значит, что мы должны идти к нему и обнимать его.
At the same time, we would like the tiger also to become Krishna conscious. Но в то же самое время мы можем хотеть, чтобы тигр стал сознающим Кришну. But our real business is preaching to humans, not to the animals. Но наша реальная работа — это проповедь людям, а не животным. Some great devotees, they did preach to animals, and they did make some animals into devotees. Некоторые великие преданные, они проповедовали животным, и они сделали их преданными. But that's not everyone's, not everyone is capable of that. Но не каждый на это способен. But theoretically, we understand they're all spirit souls, not duality. So there's not duality may be there, but we're not disturbed by the dualities. Но теоретически мы это понимаем, что это возможно, и дуальность существует, но это нас не беспокоит. We have to tolerate without being disturbed. Мы должны это просто спокойно переносить и не беспокоиться. Well, people are not devotees. Just we don't can't get disturbed about that. We just have to tolerate that. Don't get disturbed. Да, люди не преданные, но мы должны просто это терпеливо переносить и не впадать от этого в беспокойство. Rather, we should see they're also spirit souls. They're also souls. They're just not ready yet for Krishna consciousness. Вместо этого мы должны тоже видеть в них духовные души, но не просто, которые просто еще не готовы обрести сознание Кришны. So there's no need for duality. There's no need to be disturbed by duality. The duality may be there, but we should see the equality. То есть нет необходимости в том, чтобы впадать в беспокойство от дуальности. Мы должны видеть во всем единство. Prahlad Maharaj was always telling his father not to make distinction between friend and enemy, and see everyone equal. И Прохлад Махарадж часто говорил своему отцу не устанавливай разницы между друзьями и врагами, нужно видеть всех равными. But Hiranyakashipu is a demon. He wants to make distinction. How to deal with the enemy? What to do with the enemy? How to control them? Maybe bribe them, or maybe put them in prison and kill them. Но Хираньякашипу был демоном, и ему было, он был заинтересован в том, чтобы понять, а как вести себя с врагами? Возможно, заточать их в тюрьму, возможно, убивать их. But to Prahlad Maharaj, everyone's a spirit soul, part and parcel of Krishna. Но для Прохлады Махараджа каждый являлся духовной душой, частичкой Кришны. Of course, we're not Prahlad Maharaj, but still we should understand the teaching. Конечно, мы не Прохлад Махарадж, но все-таки мы должны понимать учение. We shouldn't get disturbed just because people are not devotees. Мы не должны впадать в беспокойство только из-за того, что кто-то не является преданным. All right. Хорошо. Юна. Хари Кришна, Гуру Махарадж. Yes, I've understood. Большое спасибо, я все поняла. It's clear now. Okay. Next question. Yeah. Александр Прабу, ваш вопрос, пожалуйста. Окей, я прочитаю. Почему кто-то становится преданным даже в таких обстоятельствах, а кто-то ходит в храм, слушает, но не слышит, не принимает? А даже в таких это в каких? Я прошу прощения, Прабу. Можете уточнить? Давайте пока Юна Матаджи задаст вопрос, а вы когда... Предыдущий вопрос.
Что еще? Юла Мангала Садгуру принял слова, которые его девушка сказала ему в сердце. А кто-то ходит в храм и слушает чистых преданных, но не принимает, не становится там, не принимает гуру, не становится преданным. То есть, почему так происходит? Bilvamangala Thakur just accepted the words of his girlfriend, and that words just he accepted by his heart, but all his heart. But why devotees just visit temple and listen to lectures which is given by pure devotees, but he doesn't accept why it's like this. Well, Bilvamangal was a great devotee already in his past life. He was already very advanced, but somehow he'd forgotten in the next life. He'd forgotten and he was in a lot of Maya, but when the girlfriend said to him about Krishna, somehow it awakened remembrance from his previous life. Bilvamangala Thakur был великим преданным в своих прошлых жизнях, но каким-то образом, так или иначе, он впал в Майю и забыл об этом и во всем, но когда он услышал слова своей девушки, он тут же вспомнил опыт своих прошлых жизней. We go to the temple and we hear from pure devotees, but we're not so advanced. We're not, you know, we're coming to Krishna consciousness. It's a new thing for us. We didn't have a lot of piety in our previous life. Bilvamangala Thakur был очень возвышенным преданным, а мы таковыми не являемся. То есть, когда мы приходим в храм и что-то слушаем от чистых преданных, у нас не хватает благочестия, чтобы что-то услышать. So мы не настолько возвышены. We didn't have the kind of karma like Bilvamangala. He had, you know, he already from his previous life, he had a lot of assets, spiritual assets. И у нас нет такой же кармы, как у Bilvamangala Thakura, и у него, то есть у нас нет таких, ну, таких достояний, как у него с прошлых жизней. And therefore, when his girlfriend mentioned about Krishna, it just went right to his heart, and he remembered Krishna, and it took effect. И поэтому, как только его девушка упомянула имя Кришны, это тут же вошло в его сердце, и тут же это возымело эффект. You know, he was already elevated, very elevated soul, but he'd forgotten, he didn't know it, he was just in Maya. Он уже был очень возвышенной душой, но он просто забыл об этом, он просто был в Майе. Okay. You know, we don't know where we're coming from. Maybe we were some animal in our last life. Maybe this is the first time we got a human body or something. You know, we didn't have any good karma. Мы не знаем, кем мы были в прошлом. Возможно, в прошлой жизни у нас было тело животного, и только в этой жизни мы получили тело человека. Мы не знаем, и у нас поэтому нет никакой хорошей кармы. Bilvamangala, he was already, you know, he was a poet, he was writing songs, he was born in a very good family, aristocratic family. Just he was in bad association, he was attracted by beautiful women and he'd forgotten everything about spiritual life. Но Bilvamangala Thakur родился в аристократической семье, да, он писал песни, писал стихи, и он попал в неблагоприятное общение и обрел общение этой девушкой, поэтому забыл обо всем этом. Yeah, and the power of the material energy, in contact with the material energy, it's very easy to forget about Krishna.
and just to become absorbed in thoughts of sense gratification, enjoying the beautiful sex, the fair sex, the opposite sex. И материальная энергия очень могущественна, и под ее влиянием очень легко попасть, очень легко привлечься к каким-то материальным наслаждениям, легко привлечься к противоположным полам. Okay. Any other questions? Есть ли еще вопросы? Юна Матаджи, еще ваш вопрос, пожалуйста. Хари Кришна, а разве видеть все равным и не скорбеть ни о чем? Это уже имперсонализм, это вот о том о беседе Рамананда Рая и Господа Чайтаньи. It's about conversation of Рамананда Рая and Чайтанья Махапрабху. Is it impersonalism to see everything as equal and not grief of anything? And not what? Lament, and not lament for anything. Well, it can be impersonalism, but it can also be the beginning of devotional service. Это может быть имперсонализм, но также это может быть и начало преданного служения. It can be impersonalism. Impersonalism, impersonalists will have that mood. And they will simply stop at that point. They're not going to go any further. But for a devotee, that's just the beginning. Да, это может быть имперсонализм, но они на этом и останавливаются. Но для преданного это может быть просто только начало. There is certainly, if you take that verse, it can certainly allow a person to follow the path of impersonalism. Would you repeat this once again, Guru Maharaj? Based on that verse from Bhagavad Gita, Brahmabhuta prasannatma nasochati nakanchati, seeing everything equal, understanding I'm not the body, I'm Brahman, seeing everyone equal, not hankering and lamenting, that can be impersonal, that can be impersonalism. That is the platform of Brahman. It's not the platform of devotional service, it's the platform of Brahman. И этот стих из Бхагавадгиты Брама Бхута Прасанатма, то есть смотри на все как на единое целое, помни о том, что ты не тело, а душа, не скорби ни о чем. То есть это уровень брахмана, это не уровень преданного служения. So one has to go on from there. That is the beginning of devotional service. Understanding I'm not the body, but what are you? You have to understand, what are you? You're not the body, you're a servant of Krishna. So that requires hearing. You have to hear from the pure devotees. If you don't have contact with the pure devotees, if you don't hear about Krishna, then you may just end up an impersonalist. То есть это все является только началом. Если вы не слушаете о Кришне, то вы можете так и закончить имперсоналистом, но вы должны с этого уровня подняться. Да, вы можете понимать, что вы не тело, но вы должны также и осознать, что, а кто вы? Вы слуга Кришны. We see so many people read the Bhagavad Gita, but because they don't hear the Bhagavad Gita from the pure devotees, they'd simply become impersonalists. Мы знаем, что многие люди читают Бхагавадгиту, но поскольку они не слушают Бхагавадгиту из уст чистых преданных, то они просто становятся имперсоналистами. There are so many editions of Bhagavad Gita, all impersonalists, all by impersonalists, all about impersonalism. Есть столько версий Бхагавадгиты, но все они об имперсонализме.
Because they don't understand Krishna, and they never got the association of the pure devotee. Поскольку они не их авторы не понимают Кришну, у них никогда не было общения с чистыми преданными. And they just try to understand the Bhagavad Gita on their own, by their own mind, strength of their own mind. И они просто пытаются постичь Бхагавад-гиту с помощью силы своего ума. And they speculate, and the speculation leads to impersonalism. И они просто спекулируют, и эти спекуляции вырастают в персонализм. Understand? Этот момент понятен, Матаджи? Да, большое спасибо, все понятно. It's very nice question, Guru Maharaj. Thank you very much. Yes, it's a good question. Thank you. Спасибо большое за вопрос. Елена Дмитриева, Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста. Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Скажите, пожалуйста, насколько важно прочитать джапу рано утром и за раз? Как влияет качество джапы на нашу духовную жизнь? Спасибо. Hare Krishna, Guru Maharaj, dear devotees, please accept my blessings. How important is it to read japa early in the morning and all the rounds at one time? And how does it, the quality of japa affect our spiritual life? Thank you. Well, Lord Chaitanya says in the Shikshastikam, there are no hard and fast rules in chanting the holy name. Господь Чайтанья в Шикшастике говорит, что нет строгих правил в повторении святого имени. But certainly it's easier to chant the holy name in the morning, early in the morning, than it is in the course of the day. Но все-таки рано утром повторять Святое Имя гораздо легче, чем в течение дня. There are so many things to distract the mind in the course of the day. Поскольку очень много вещей, которые отвлекают ум в течение дня. So it's recommended better try to chant the rounds in the morning, early morning. Поэтому рекомендуется, что лучше читать круги рано утром. And chant all the rounds at one time. It's not required, it's not, but it certainly helps. И вовсе не требуется, чтобы читать все круги за раз, но это, конечно же, очень помогает. Prabhupada used to chant, when he was a householder, Prabhupada would divide his rounds up, four rounds, then another four rounds, then another four rounds. He didn't chant all at one time. Когда Шрила Прабхупада был домохозяином, он делил свои круги, то есть он читал по четыре круга, он не читал всего за один раз. But it's very nice if you want to get greater strength in your devotional service, then if you can chant all your rounds at one time without gaps, it can give you more empowerment for devotional service. Но будет очень здорово, если бы вы читали все свои круги за один раз, поскольку это даст вам большую силу в преданном служении. It is said of all the instructions of the spiritual master, the most important instruction is to chant 16 rounds every day. И говорится, что самым важным наставлением духовного учителя является чтение 16 кругов каждый день. So one has to make sure you give priority to the chanting of the holy name. То есть человек должен отдавать приоритет чтению святого имени. Yeah. Any other question? No more questions in the chat. No more? No more. Okay. So will we finish here? И здесь мы сегодня остановимся. If
Seems like it, huh? Yeah. Okay, thank you very much, Tatiana, for translation. Thank all the devotees for listening and for their participation. And we hope you'll have a nice Nrisimha Chaturdasi this week. Я желаю всем преданным хорошего Нрисимха Чатурдаши на этой неделе. Спасибо всем большое за участие, за присутствие. And we'll be with you all next week. Встретимся с вами на следующей неделе. Шрила Прабхупад ки. Джай. Go back to Vrindavan. Go back to Vrindavan. Hare Krishna.